Бурано. Вот мы подплываем на Бурано. Да, издалека видно вот эти уже разноцветные домики. Сейчас погуляем по Бурано. Сегодня тепло, хорошо у нас. Расскажу вам немножко истории. Это один из островов Венеции. А таких центральных островов Сиси есть 7. Вот Бурано. Сейчас ребята открывают выход. Вот так это все происходит. Я вам это засниму. Все, будем выходить. Ну вот мы на Бурано. Цветные домики, мы все знаем Бурано, потому что, ну, почем, по цветным домикам, да? А, это центральная площадь Бурано. Сейчас вам покажу что-то. Да, вот я была здесь последний раз, летом прошлого года, мы на катере сюда приплыли, я, конечно, была в купальнике, я не ожидала, я себе лежу, загораю, а тут меня мой друг привозит в центр Бурано, мы не ожидали, что столько людей, я давай искать Парео, не могу найти, а людей вот тут, туристов было много, мы сюда подъехали вот на лодке своей, и людей было масса, я ищу, я думала, что я его утоплю, этого венецианца, прямо в этой канаве, понимаете, а он мне говорит, у нас это зона привата, приватная зона барка, и можно быть как хочешь там на барке, хоть и голым, потому что это все равно, что твой дом. Вот когда уже выходишь к людям, тогда можешь переодеваться. Ну, реально, это не для меня. Для него, может быть, я и красивая, и одетая, и раздетая, но это я хорошо помню. Точно, это же эта площадь, это место. Ну, а сейчас немножечко расскажу, а почему же тут цветные домики? Почему же их здесь сделали так много? И почему только на Бурано? Значит, цветные домики. Вообще-то остров Бурано это был рыбацкий остров когда-то. А так как Венеция стоит на лагуне и у нас постоянно повышенная влажность и туманы, то рыбаки, когда уходили из дому в море, они на 3-5 дней и возвращались, непонятно какая будет погода, а Венеция вообще вся стоит на лагуне и когда-то было 110 островов, сейчас действующих островов 7. Ну и так, чтобы издалека было видно, они вот возвращались, вот реально видно. Вот, потому что вот сегодня проверила, вот когда я плыла сюда, очень хорошая погода, солнечная, и мы проплываем Мурано, там где-то там Турчело, там другие островушки, и мы видим, вот там Бурано, потому что уже видно, какой он цветной и классный этот остров. Так что это было сделано специально для моряков, для рыбаков, вернее, рыбаков. Ну, а кружева были попозже. Это просто женщины сидели дома, мужей нету. Ну, хорошо, посмотрели за детишками, ну, что еще делать? И вот начали заниматься рукоделием. И вот эти уже кружева стали более известные потом, уже попозже. Да, конечно, все монархи, там, короли Франции, даже российские императоры, все хотели иметь кружева из Бурано, так же, как и стекло из Мурано. Это нормально, купцы все покупали, это же был бизнес, Венецианская республика, на этом, за счет этого она и жила. Вот, даже здесь на Бурано есть музей кружева, ну, просто невозможно попасть в данное время, вот. Ну вот как-то так, а сейчас вот эти вот цветные домики, если бы ты даже захотел перекрасить, то ты не имеешь права, потому что каждая фамилия имеет свой цвет. Вот если уже там дети уходят там в свое жилье, но все равно они остаются на фамилии, например, Тревизано, 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 три домика Тревизано, и все они должны быть зеленого цвета. Три домика Марчелло, и все они должны быть там розового цвета. Ну, вот сохраняют эту традицию уже просто, наверное, чтобы реально поддержать ее. И прикольно, и все-таки это прикольно, это интересно. И если есть время, конечно, надо посетить этот островочек, потому что сейчас все закрыто. Когда все открыто, красота, поверьте, была и здесь в разные времена. Ехала на Бурано, да? Ты решила одеть все черное, чтобы как бы... Ну, только шарф взяла яркий, думаю, цветные домики, думаю, я уже буду вся такая в темненьком. Только один такой элемент себе яркий взяла, вот этот шарф набросить. Вот. И только что встретила ребят, они русскоязычные.
корреспондент, журналист, потому что с камеры профессионал говорит, что вот мы ищем красивые тоже домики, чтобы сделать красивые фоточки там для репортажика своего. Вот, а нельзя ездить. Но это же разрешение надо брать. Потому что если, ну, на территории я живу, например, в Маастрихте, то я уже не могу даже ехать в Венецию. Вот, но я приехала. И они приехали. Ну, конечно, если ты работаешь уже вот экскурсоводом, то тебе дают разрешение там поехать, поделать свои там зарисовочки. Вот. Ну, или на Ютубе, если ты работаешь, уже профессионал, не так, как я вот только открыла, да, 2 месяца. Не, уже 3. Вот сейчас как раз 3 месяца, как я открыла. Еще же людей у меня нету, никого не... Что я могу людям рассказать, если, ну, такая ситуация сейчас? Вот. Я их спросила, а вы кофе попили? Они говорят, а мы не нашли. Они уже тоже обошли весь город, все Мурана, город, остров. Вот. Но это не главное. Без кофе можно жить. Главное в другом. Ну, прорвемся. Будет все хорошо. Они говорят, когда мы здесь были, тут лебеди плавали по каналу. Говорю, ну я лебеди не видела тут, но я лебеди видела в другом месте. Да, на территории Венеции много лебедей есть. Да, это есть. Вот, а сейчас и дельфины. Я сбрасывала видео дельфины. Вот, когда утром рыбаки увидели дельфина, ну, и не только рыбаки, даже люди, которые просто на Вапорета, там на работу кто-то ехал куда. Вот, то говорят коренные венецианцы, что за дельфинами всегда идут акулы. Ну, акул не видели, слава богу. Но дельфины есть. Я думаю, раз уже есть дельфины, вода в каналах очистилась немножко. Это тоже свои плюсы. Вот, плюсы. Есть, есть. Вот. Единственный бар возле остановки, возле канала. Мы сейчас будем уже отчаливать. Называется бар «Весна», бар «Примавера», где можно выпить кофе. А вообще там считается, что самые классные рестораны, где готовят рыбу, именно на Мурана. Потому что это в первую очередь был рыбный остров, а потом уже кружева, понимаете? И сюда приезжали даже вот такие вот есть программы на телевидении, когда вот приезжают, смотрят, какой ресторан лучше, да? То вот по всей Венеции тоже выбрали только Мурана. И вот сам венецианец передо мной стоит, он тоже говорит, что если зона Венеции, то они приезжают сюда вот кушать. Мы с ним тут ни разу не кушали, потому что мы на море едем, там у нас есть свои рестораны, которые нам нравятся. Но уже он договорился. Только откроется все, мы приезжаем сюда. Си Мауро, ресторанте, доку, панду туту апри, адьяму, адьяму квас. Си, перки бизоньо сапера, ке густо. Чао, ребят. Смотрите, вот это вот 80 лет этой барки. Это раньше были такие вапорета. Вот они просто его уже сохраняют для истории. Вот эти лавочки там вот желтые такие вот. Сейчас желтые, раньше не знаю, какие они были. Вот старые, такое старые. Вот это такие вапорета для перевозки людей были. 80-90 лет, вот говорит мне венецианец. А я когда-то всегда заходила на такие вот мостики. А сейчас, когда вода низкая, я посмотрела, на чем они стоят. Это же я могу упасть, ну все, не пойду больше никогда. Надо видеть точно, на чем они стоят. На этих вот столбах таких вот деревянных, которые уже полностью вот прогнивают там. Катастрофа, как опасно. Ой, какая красивая пальма и оливка. Единственный красивый домик, ухоженный, чистый дворик. Вот это я нашла. Молодцы, уважаю. Потому что везде мне все показалось как-то так немножко примитивненько, а вот тут красиво. Ой, как красиво, молодцы. Молодцы буранезы, порадовали меня. Шикарная эта пальма. Шикарная. Ке Тревизан. А Тревизан — это фамилия, но не буранезы. Смотрите, как чисто убрано. Вот для меня это, конечно, показалось очень странным и очень приятным. Приятной, очень приятной находкой. На Бурана. Вот такого вот домика. Ну, буду идти на своего Паретто.